не благоустроили ее никаким образом. Она загнивает, превращается в какую-то помойку. Но администрацию это уже не интересует. Давайте посмотрим, сколько сейчас времени. 14:24. Через 3 часа здесь будет все забито. Не будет возможности. Тут драки происходят из-за парковки автомобилей. Это не Москва, но все равно. А теперь давайте обратим на внимание вот на это полотно. 2 года назад или год назад его сделали. И в принципе все хорошо. Кстати, ссылочка на ремонт вот этого полотна находится здесь. Переходите по ссылке и смотрите, как делали ремонт этой дороги. Сделали ее хорошо. Сделали на протяжении длины всего дома. А это у нас целых 16 подъездов, по-моему. Но смотрите, какой факт. Сделали они ее от того конца до того конца. При этом, естественно, мы не будем говорить про какую-то придомовую территорию. Давайте мы просто с вами пройдем и посмотрим, по какой же причине на выделенные деньги строители, я назову их чудо-строители, по какой-то причине сделали дорогу только с одной стороны дома. Давайте вот посмотрим, вы что, видели, какая классная, в принципе, дорога неплохая. Давайте посмотрим здесь что. Просто наблюдайте, я буду комментировать. Просто скажу, что эту дорогу не ремонтировали с момента основания дома. 40 лет. Причем та техника, которая ремонтировала дорогу с той стороны, ездила здесь. Постоянно. Тем самым ломая эту дорогу. Давайте сделаем вот таким образом, чтобы было понятно. Опа! Давайте посмотрим, как идет машина. Ну, просто девушка за рулем, наверное, поэтому она ехала не очень аккуратно, хотя я в основном здесь езжу, ну, в 3 раза медленнее. И смотрите, здесь немножечко засыпали, да, чем-то, щебенкой. Просто, наверное, приехали, решили засыпать щебенкой. Смотрите на эту классную дорогу. И наверняка они отчитались, что дорога готова, дорога сделана. Вот видите, то же самое. Мне просто очень интересно, если выделили деньги, почему не сделать вокруг всего дома дорогу? По какой причине делать нужно дорогу только с одной стороны? Жители делают сами, заливают бетоном вот это. И ездят абсолютно все. Я уже несколько раз призывал к тому, чтобы огородить внутренний проезд шлагбаумами. Но 16 подъездов, более 1000 человек проживает в этом доме. Это достаточно сложно организовать. Давайте туда, я уже не буду там говорить, все-таки там уже жилая зона. Не буду никого беспокоить. Ну, в общем, ребят, вот все, что я хотел вам показать и рассказать. Как делается, начали, не закончили. Дорогу начали делать и также ее не закончили. Но, естественно, они делают так абсолютно все. Давайте все-таки будем стремиться
чтобы поменять, что ли, все. А каким образом? Но я лично считаю, что на данный момент мы можем только методом голосования менять отношение к себе. Обязательно подписывайтесь на канал, друзья. Обязательно. Если понравилось, ставьте лайк этому видео. Ну и на этом все. Всего хорошего и пока. Будьте не вне политики. Добивайтесь для себя пользы от пребывания у власти этих мошенников. Удачи!